Представь себе весь этот мир, огромный весь, таким, какой он есть, на самом деле есть, с полями, птицами, цветами и людьми, но без любви. Ты представляешь? Без любви есть океаны, облака и города. Лишь о любви никто не слышал никогда. Только для чего он и кому он нужен мир, в котором люди друг другу не нужны. Так же гаснет лето и приходит стужа, и земля под снегом новой ждет весны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Представь себе весь этот мир, огромный весь, таким, какой он есть, и что любовь в нем есть, когда наполнен он дыханием весны, и напролет ему смешные снятся сны, и если что-нибудь не ладится в судьбе, тот мир, где нет любви, опять представь себе. Новый ждет весны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен, где мы с тобой друг другу не нужны. Посвященном юбилею Александра Абдулова. Маша Кац и Супербэнд. Спасибо. Команда как раз в стиле вот Сани Абдулова. Один человек должен быть совершенно бесноватым. Вот, вот Санька Лев и команда, и Маша Кац тоже бесноватая. Если мне не изменяет память, ты засветилась в изготовлении плова. По Саниному рецепту. Да, по Саниному рецепту. У нас с тобой есть общий друг, который научил меня готовить плов именно по рецепту Александра Гавриловича. Ну, помимо всего прочего, ты же понимаешь, что как все девочки, которые выросли на его работах, фильмах, я была влюблена, в первую очередь, в медведя, конечно. Ну и дальше по лестнице. Удивительно, что мы не познакомились. Это очень обидно, потому что, знаешь, бывает так, все время рядышком вот что-то происходит, такое рядом, по касательной, но мы не были знакомы. Но зато есть плов. Зато есть плов и песня. Маша, как? Спасибо большое.